Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» о событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Опасная стихия. В Вельческом районе бушевали молнии. Одна из них попала в дом, другая убила велосипедистку. Вытащили ребенка и помогли спасти инвалида. Милиционеры и гражданские вошли в горящую квартиру и вынесли двухлетнюю девочку. С пистолетом на грузчика в Мозыре мужчина отнял 3 бутылки пива, пригрозив пневматикой. Кредит по чужому паспорту и финансовая пирамида с двойной прибылью для участников. Как распознать мошенников? Репортаж Вероники Гамзюковой. Можно ли дать аферистам отпор и как в интернете не попасться на их уловки? Советы эксперта. А также пожар на нефтебазе в Бресте, столкновение с маршруткой, корова в институте и спасение отчаявшейся хозяйки квартиры. В рубрике «Я очевидец». Не переключайтесь. Начнем с обзора главных происшествий за неделю. В Мозыре, вооружившись пневматическим пистолетом, мужчина отважился на разбой. Подошел с тыльной стороны магазина и, угрожая грузчику оружием, вырвал у него из рук пластиковую бутылку пива, а потом потребовал дать еще несколько двухлитровок. Увидев пистолет, грузчик решил не сопротивляться и правильно поступил. Наряд департамента охраны вскоре задержал грабителя. Тот распивал украденное пиво в компании знакомых. Пневматика направлена на экспертизу, а подозреваемый в СИЗО. Наркоконтроль отдела внутренних дел администрации Советского района Гомеля задержал 2 дилеров интернет-магазина по продаже психотропа «Альфа-ПВП». 20-летние парни продавали наркотики, работая розничными курьерами. Преступный тандем был задержан в момент получения партии товара массой более 20 граммов. В дальнейшем в различных местах областного центра были обнаружены еще 22 закладки с психотропами. Возбуждено уголовное дело. В Жлобинском районе ночью сгорело 60 тонн сена, еще 40 удалось спасти благодаря слаженным действиям работников сельхозпредприятия и сотрудников МЧС. Сообщение о возгорании поступило около 2 ночи. Горели складированные в скирду тюки сена, принадлежащие открытому акционерному обществу «Проскурнянске». Рассматривается версия поджога. Помощь спасателей понадобилась и в деревне Дзержинск Лельческого района. Пожарные потушили там частный дом, который загорелся из-за попадания молнии. Другой электрический разряд во время грозы поразил женщину на велосипеде. Она ехала на нем неподалеку от деревни Глушковичи. От полученных травм жительница Лельческого района скончалась на месте. Сел в маршрутку, держись крепче. В Гомеле 52-летняя пассажирка получила травму носа после того, как водитель резко затормозил. Тот уходил от столкновения, которое едва не произошло из-за легкового автомобиля, выехавшего на главную дорогу. Путь маршрутки на своей иномарке преградила 26-летняя девушка. Водитель микроавтобуса был вынужден резко нажать на тормоза. Неудачно упала пассажирка, которая находилась на заднем сиденье. Она госпитализирована. Попытался украсть для своей любимой колготки, но был задержан случайным прохожим. Нелепая судьба постигла воришку из Гомеля, который ради дорогой сердцу женщине на глазах у продавцов стащил с прилавка 8 упаковок колготок. На кассе его попросили оплатить товар, но мужчина не подчинился. Возможно, он бы так и ушел, если бы не очевидец, который задержал нарушителя. В милиции установили личность похитителя, им оказался мужчина, который ранее сидел за убийство. К сожалению, его избранница, теперь он может сесть за покушение на грабеж. Не прошел мимо, вернее, не проехал. Участковый инспектор из Гомеля спас на пожаре 2-летнюю девочку и мужчину-инвалида. Когда он двигался на автомобиле по улице Фадеева, то в одной из многоэтажек увидел пожар. Еще до приезда МЧС милиционер вместе с местным жителем, вооружившись минимальной защитой, вползли в квартиру и вытащили на свежий воздух девочку. Как раз к тому моменту прибыли спасатели. Милиционер сообщил им, в какой части квартиры может находиться пожилой мужчина, и те успели его спасти. Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Вместе с девочкой его госпитализировали. Мама малышки на момент ЧП находилась в магазине. Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
На территории Гомельской области уже несколько недель стоит солнечная, но прохладная, отчасти дождливая погода. Однако сложившиеся условия все же позволяют работникам сельского хозяйства проводить уборочную кампанию. Чтобы летняя страда в регионе прошла благополучно, без потери трагических случаев, госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники, а также помогает повысить безопасность перевозки зерна. Сотрудники ГАИ ежедневно мониторят ситуацию в районах Гомельской области. Особое внимание уделяется порядку проведения предрейсового медицинского осмотра, техническому состоянию сельхозтехники, своевременному прохождению государственного техосмотра. Всем водителям перед выездом инспекторы выдают специальные листовки с биражом «Хлеб родиме». На них стоит отметка о пройденном инструктаже по перевозке груза. Перечислены основные правила безопасного вождения. Хлеборобы размещают листовки на лобовом стекле. В ГАИ уверены, это прекрасное напоминание о соблюдении транспортной дисциплины при уборке урожая. Любое зерно в обязательном порядке должно быть накрыто пологом, для того, чтобы не допустить его просыпания на проезжую часть, а также от атмосферных осадков. В настоящее время, уже только за выходные дни, два водителя за нарушение правил перевозки были привлечены к ответственности. Госавтоинспекция напоминает водителям, что за нарушение правил перевозки они будут привлечены к ответственности. В первый раз штраф составит до 4 базовых величин. Также предусмотрена повторность в данном нарушении. Если повторно в течение года они нарушат правила перевозки зерна, то штраф будет увеличен до 8 базовых величин. Кроме этого, контролируется состояние подъездных путей к элеваторам и зернотокам, осматриваются места хранения автотранспорта, проверяется наличие световозвращающих элементов на крупногабаритном навесном сельхозоборудовании. Рабочий день у аграриев в эту пору начинается ранним утром и заканчивается затемно. Водители в день проезжают по несколько сотен километров. Загружаемся на складе на зернотаку у нас в хозяйстве. Затентовываемся, чтобы не выдувало. Не было потери. И так в этом году мало зерна, засуха повредила. Ну, сюда вот приезжаем, трудностей никаких. На комбинате быстро. Здесь 3 минуты, 4 анализы. Ну, на выгрузке минут 10 от силы. И опять за следующим рейсом. Это вот второй рейс делаю. За день. Ну, просто далековато. 50 километров туда, 50 обратно. Вот так. Так и трудимся. На недопустимость хищения имущества и топлива из предприятий агропромышленного комплекса направлена деятельность милиции. Особо ушлые работники сельхозпредприятия при таких объемах затрат на уборку урожая не прочь отщипнуть кусок большого пирога. Но правоохранители не дремлют и практически еженедельно пресекают факты краж горюче-смазочных материалов и комбикормов, привлекая нечистых на руку работников к ответственности. Практически любое преступление – это не только материальный, но и моральный ущерб. И, пожалуй, обиднее всего потерпевшим, которые стали жертвами мошенников. Ведь очень часто доверчивые люди сами отдают махинаторам деньги. Регулярно оперативники регистрируют десятки обращений граждан, пострадавших от рук аферистов. И половина из них обманули доверчивых пользователей в интернете. Какими приемами пользуются мошенники и как не попасть на их удочку, узнавала Вероника Гамзюкова. На фотографиях девушка, которая подозревается в мошенничестве. Она представлялась сотрудницей Центра гигиены и эпидемиологии и гастролировала по магазинам Гомельской области. Находила нарушения и собирала за них штрафы. Девушку задержали в Гомеле. Каждый год правоохранители фиксируют новые виды афер, но классики жанра обманщики не изменяют никогда. Это съемки Мозырского суда, где недавно рассматривали уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых пятеро жителей Калинковичи и района. Они ездили по всей стране. По документам третьих лиц покупали товары в срочку и сразу же их перепродавали. Чтобы выглядеть убедительно, придумали себе легенду о том, что муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают вещи. Покупали все, что можно было выгодно продать. Мошенники побывали во всех областных центрах страны, завладев ценностями на общую сумму около 300 тысяч рублей. Лица, которых участники преступной группы привлекали для своих мошеннических преступных схем, в основном состояли из лиц, ведущих социальный образ жизни, употребляющих алкогольные напитки, не работающими, которым было достаточно получить спиртное и продукты питания. То есть данные лица впоследствии не задумывались о том, что, возможно, к ним в дальнейшем будут претензии судебного порядка, разбирательства. Участники преступной группы зачастую еще вводили в заблуждение указанных лиц, обещая им погашать данные кредиты самостоятельно.
А вот еще один пример в тему. Житель Добруши скупал БУ автомобили по всей стране. Обещал владельцам перепродать их машины и вернуть деньги. Договоры не составлял, а вот расписки писал всем. Естественно, вырученных средств люди не увидели. К слову, авто часто становятся объектами нарушения закона. Например, люди покупают дорогое транспортное средство, страхуют его, а затем намеренно портят. Обманывают доверчивых белорусов и в других сферах. Например, гомельчанку Кристину подвели ее же знакомые, нерадивые строители. Ремонт они мне сделали, правда, сделали очень некачественно. Я по глупости все деньги отдала им авансом. Они мне сделали это так, что все начало отбаливаться буквально через 2 месяца уже. Что-то посыпалось, плюс еще на мебели, на технике осталось много следов от краски и прочих материалов, которые они тоже не удалили. Ну и когда у меня стало все обсыпаться, я у них спросила, собственно, ребята, как бы что-то надо переделать, это же некачественная работа. Они сказали, ну, ничем не можем помочь, ну вот как смогли, так и сделали. Люди верят мошенникам, особенно если в недавнем прошлом они были бизнесменами, которые успели наработать авторитет. Как правило, такие аферисты просят взаймы у знакомых якобы на развитие бизнеса, но затем исчезают. Бывают и случаи, когда мошенники просят взять на них кредит. Помните, отвечать имуществом и деньгами будет не тот, кто положил денежный кредит себе в карман, а тот, чье имя стоит в договоре. К слову, в последнее время активизировались и мошенники в интернете. Например, в Инстаграме аферисты предлагают подготовить промо-ролик на основе фотографий, размещенных в аккаунте. Условие у предложения одно – предоплата в размере от 10 до 50 рублей. Когда доверчивый человек отдает деньги, мошенник пропадает. Еще один вариант – пользователя сети ВКонтакте взламывают и от его имени просят перевести сумму на указанные реквизиты. За один такой взлом могут пострадать десятки человек. Головная боль для оперативников – использование в преступных целях мобильного приложения одного из сотовых операторов. Человек, в большинстве случаев, возможно, и незнакомый, подходит к вам и просит под любым предлогом дать ему сотовый телефон. Вы ему передаете сотовый телефон, и в это время он производит определенные манипуляции с ним. Включает интернет, скачет это приложение, активирует и переводит деньги, которые даются сотовым оператору начального баланса, к себе на телефон или же на другую карту. После чего стирает это мобильное приложение. О том, что у вас задолженность порядка 100 рублей, вы узнаете только в конце или даже в начале следующего месяца. У нас был последний факт, это молодой человек, он учился в одном из заведений города Гомеля. Вот. Он использовал доверчивость своих знакомых, приятелей, которые с ним находились, сидели за одной партой. На удочку мошенников попала и гомельчанка Людмила. Прошлым летом женщина инвестировала в Кэшбери $2000. О платформе рассказали родственники из России. Вкладываешь сумму, через год получаешь 2 раза больше. Незадолго до этого они и сами продали машину, чтобы сделать вложение. В сентябре Кэшбери заподозрили создание финансовой пирамиды и передали информацию в Генпрокуратуру и МВД. Российская платформа заблокировала средства Людмилы и ее родственников, а также еще нескольких десятков тысяч человек. Доходы люди получали поначалу очень хорошие, процентно я уже не помню, но там получалось, что за месяц на 30% прирастала сумма, да. И те, кто вложили большие суммы, вот мой родственник мой вложил большую сумму, и потом, когда уже деньги начали прирастать, он смотрел на эти цифры на мониторе. И он вложил деньги за проданную квартиру, вложил деньги за... продал автомобиль, вложил деньги, привлек своих знакомых, в том числе и меня, и родственников. И когда все это рухнуло, он попросту от расстройства получил инсульт и умер. Если вы стали жертвой мошенника, сразу же обращайтесь в милицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность, что сможете вернуть свои деньги. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Де-факто». О том, каким способом мошенники выуживают из людей деньги, можно ли стать их жертвой прямо на улице и как не повестись на уловки в интернете, поговорим со старшим оперуполномоченным управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома Алексеем Скрибуком. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Алексей Николаевич, можно ли повстречаться сегодня с мошенниками прямо на улице? Можно повстречаться, такие факты есть. Можно привести пример по Рогачеву, где, значит, мошенница выбрала
из жителей города Рогачева прямо на улице женщину, которая находилась в труднейшей жизненной ситуации. Женщина из числа граждан очень доверчивых мошенницам. Значит, подошла, разыграла спектакль, сделала испуганный вид, сделала большие глаза, сказала: «Ой, я вижу, на вас наведена порча, порча насмерть, говорит. Начали манипуляции, надо стакан воды, надо яйцо, надо размешать. Вот смотрите, вода темнеет, это что значит?» Имитирует испуг у себя и вызывает у своей жертвы ответную реакцию. Она тоже начинает бояться. Но говорит: «Ничего, я тебе, говорит, это все сниму. Ну, надо мне, порча наведена на денежку, на ценные вещи и так далее». Вот, в принципе, по такой схеме наши граждане доверчивые становятся жертвой мошенничества. И сколько они готовы тратить деньги на то, что... Сколько денег готовы тратить, чтобы... Мошенничество, я вас уверяю, вытащит у жертвы все, что у нее есть. То есть до копейки? До копейки. То есть есть у нее сумма, есть где-то задаток, есть какие-то ювелирные украшения. И будет тянуть, пока вот тянется. Да, только уже некуда, нечего больше тянуть, тогда уже прекращается. Прекращается. Аналогичный у нас факт в Светлогорске. Тогда мошеннице удалось, значит, у своей жертвы вытянуть более 30 тысяч долларов. Сейчас по этим двум уголовным делам ведется следствие. Как бы подробностей больше рассказать как бы не могу. Но в целом нашим телезрителям, я понимаю, картина ясна. И я обращаюсь к телезрителям. Пожалуйста, будьте бдительны, не будьте доверчивы. Не поддавайтесь на уловки сомнительным гражданам, которые вот предлагают именно вам, именно вот здесь, именно сейчас помочь. Я вас уверяю, они вам ничем не помогут, кроме того, что, значит, вы лишитесь какой-нибудь суммы денег, драгоценных ювелирных изделий. Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня распространен такой вид мошенничества, как, значит, воспользование мобильным телефоном стороннего человека, да, и скачиванием приложения с этого телефона, и, значит, снятием кредитных средств мобильного оператора. Часто ли это происходит в Гомельской области, и как реагировать людям в такой ситуации? Да, есть такая проблема. Возбужден ряд уголовных дел, некоторые из них закончены, некоторые находятся в стадии расследования. Смысл в этой всей схеме мошенничества такой, что мобильный оператор предоставил кредит небольшой своим абонентам, которым они могут воспользоваться. Для получения этого кредита необходимо клиенту, абоненту, скачать приложение мобильное. Вот. При скачивании приложения, значит, абонент оператора сотовой связи получает доступ к средствам оператора и может ими распоряжаться. То есть переводить на другие карты счета, на другой абонентский номер, ну и так далее. Там множество, куда можно перевести, все. И пока владелец не видит, мошенник, который звонит с этого телефона или пользуется им, может скачать приложение, установить, воспользоваться деньгами и переправить их куда угодно. Верно. Поэтому я советую телезрителям, будьте бдительны, не передавайте ваш аппарат сотовой связи малознакомым людям. Под любым предлогом, сделать срочный звонок, там, срочно оплатить какой-то платеж, там, заплатить за такси и так далее. Будьте бдительны. Скажите, вот часто мы можем встречать, как на улице люди продают какую-то либо подержанную бытовую технику, либо бытовой инструмент, который выглядит, ну, в принципе, целостно, выглядит таким новым. Как быть в таких случаях, что делать, обращаться ли в милицию, покупать вдруг этот товар, не покупать? Ведь он может оказаться и котом в мешке, правда? Я думаю, что и могу посоветовать нашим телезрителям, воздержитесь, пожалуйста, от таких покупок. Данный товар может быть некачественный, данный товар может быть похищенным. И при, значит, встрече с такими людьми обращайтесь в милицию. Я думаю, что не составит труда никому сделать звоночек, сообщить об этом милиционерам, что здесь вот так и так вот предлагают мне непонятные люди, непонятные вещи и так далее. Я вас уверяю, милиция отреагирует в кратчайшие сроки, разберется, и ваша имущественная безопасность будет обеспечена в целом. Бывает, что уголовные дела возбуждаются в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не выполнили свои обязательства перед клиентами. Происходят ли такие случаи в Гомельской области? Какие примеры можете привести? Как людям реагировать, если они, ну, стали жертвой вот таких обстоятельств, деньги им не вернули и товар тоже не предоставили? Уголовные дела в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не выполнили свои обязательства, не возбуждаются. Uh-huh.
возбуждаются уголовные дела в отношении мошенников, которые, прикрываясь статусом индивидуального предпринимателя, зарегистрировавшись индивидуальным предпринимателем, берут деньги, направленные в их адрес, заказчиками потенциально. Набирают заказы? Ну, да, набирают заказы, просто говорят, набирают заказы, получают предоплату, при этом никаких действий не делают, эти деньги присваивают. Вот и это, исчезают. Исчезают. Вот это мошенники. Но такие примеры есть. Такие примеры это есть. Это и установщики окон, там, и изготовители дверей межкомнатных. Да, да. У нас есть пример по фирме Рогачевской, которая, значит, свои офисы расположила в ряде населенных пунктов, тоже набирала заказы на изготовление окон ПВК, замеры делали, люди оставляли им предоплату, эти деньги они присваивали, все. Есть фирма, которая зарегистрирована в Минске, здесь предлагала нашим жителям Гомельской области устанавливать двери, приезжали замерщики, замеряли, брали предоплату и, значит, после этого они исчезали. Двери им не устанавливал никто, деньги наши граждане не получали. По этим фактам возбуждено ряд уголовных дел. Значит, по минской фирме жертвами стали жители Гомельской области в количестве более 40 человек, а по республике счет за сотни, а по нашей Рогачевской фирме потерпевших по Гомельской области больше 100 человек. На какие сведения обратить внимание, чтобы не стать жертвой вот таких предприимчивых мошенников? То есть, может быть, на отзывы на сайте или еще что-нибудь? Там, где дешево, надо быть втройне осторожным. То есть, почитайте отзывы, поговорите со знакомыми. Если вас что-то где-то насторожило, не стесняйтесь, обратитесь в органы внутренних дел. Сегодня большинство людей привязывают свои банковские карты к различным электронным сервисам, хранят деньги на электронных кошельках. Как не потерять свои средства в интернете и не повестись на уловки мошенников в виртуальном пространстве? Ну, все сейчас пользуются интернетом. В интернет ушла торговля, в интернет ушли услуги. И предлагаются различные мошенники, ушли туда же. Ну, пример могу привести по телефонам марки iPhone, где создавалась группа ВКонтакте, где мошенник размещал предложение, что вот популярную модель iPhone он продаст значительно дешевле. Люди списывали, спрашивали, почему? Отвечал, прямые поставки. Все у меня законно, все. Вот переведите денежки на карточку люди переводили. Соответственно, больше ни денег, ни мошенника не виделись. И ни айфона. И ни айфона. Меняет человек другую страничку, другого редактора и продолжает таким дальше. Таким же способом. Таким же способом дальше. И, наверное, тяжело вычислить таких людей, потому таких что тяжело, очень трудная тяжело. Работа. Да, трудная работа. Могу рассказать про мошенников, которые размещают объявления по продаже подержанных автомобилей. Размещают автомобиль с ценой дешевле рынка. Очень много людей отзывается, мошенник говорит, вы, пожалуйста, мне, чтобы я только вам, именно вам оставил этот автомобиль, переведите деньги. Небольшую сумму в размере $100. Вот люди переводят, после того, как люди их перевели, больше уже ни мошенника, ни объявления. То есть, если таких 20 человек набирается, то уже приличная сумма в кармане скапливается. Да, и так далее. Как защитить себя от таких? Просто быть бдительнее, быть внимательнее. Очень бдительным быть, очень внимательным. И по объявлению насчет недвижимости, где гораздо большие суммы, надо быть предельно осторожным. Вот у нас, значит, был такой мошенник, который занимался, предлагал гражданам недвижимость. Хотел построить элитную недвижимость в привлекательных районах города Гомеля. Значит, в качестве предоплаты за будущую постройку недвижимости он брал денежные средства. Сейчас речь идет о более $1 миллиона со всех потерпевших. И скрылся с этими деньгами. Значит, его задержали в городе Москве. Поэтому сейчас вот подробности как бы не могу рассказывать. Идет следствие. Но нашим гражданам хочу сказать, пожалуйста, будьте более бдительны. Алексей Николаевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка новостей о происшествиях в мире, которые попали в объективы мобильных телефонов и камер видеонаблюдения.
В Бресте очевидцы стали свидетелями большого пожара на нефтебазе. Прогремело более 6 взрывов, в воздух поднялся столб черного дыма. Как оказалось, загорелась автоцистерна и навес сливоналивной эстакады. Во время наполнения резервуара автомобиля топливом воспламенилась паровоздушная смесь, а после загорелись 16 тонн солярки. Пострадавших нет, но автоцистерна и эстакада уничтожены огнем. А вот на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали 37 человек. Работники крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil получили ожоги и травмы в результате пожара, который произошел 1 августа в штате Техас. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, погибших нет. Местные жители до сих пор жалуются на запах горелого пластика в воздухе. Власти рекомендуют им не открывать окна и форточки в домах. Кадры из города Днепра, Украина. Там на перекрестке в маршрутку врезался пьяный лихач, который уходил от преследования ГАИ. Его Hyundai въехал в бок микроавтобуса, отчего машина с пассажирами опрокинулась. Пострадали 9 человек. У всех травмы различной степени тяжести. А из этого ролика видно, что опасность поджидает не только водителей, но и механиков. Рабочий автосервиса подкачивал запаску клиента и пострадал от взрыва колеса. Старая резина не выдержала давления и разорвалась прямо под руками мужчины. В Мексике на дороге шириной в 3 метра не смогли разъехаться два мотоциклиста. Причем время на то, чтобы среагировать, было, а вот правильного маневра не последовало ни от одного из водителей. Пытаясь объехать друг друга, они все равно встретились на середине дороги и оба выпали из мотоциклов. Ситуация комичная, а вот травмы нешуточные. В Мумбаи в Индийском технологическом институте корова пришла на лекции студентам. Священное животное каким-то невероятным образом оказалось в аудитории вуза, и занятие пришлось отложить, чтобы безопасно вывести гостью из института. Курьез сняли на свои мобильные студенты строительного факультета. Как корове удалось на входе пройти охрану, не сообщается. Китайские спасатели не дали женщине спрыгнуть из окна многоэтажки. Жительница 8-го этажа перебрала спиртного и устроила шоу. Уговоры вернуться обратно в квартиру не помогли, и тогда спасатели решились неожиданно нагрянуть с крыши. Спустившись в один прыжок, один из сотрудников обхватил женщину ногами, другой помог затолкать ее в помещение. Все закончилось под громкие овации публики. На сегодня все. Увидимся в это же время, ровно через неделю. До свидания.